17 ноября в Доме дружбы города Махачкалы Республиканский дом детских и молодежных общественных объединений Минмолодежи Республики Дагестан провел церемонию награждения победителей 17-го международного фестиваля «Детство без границ». В торжественной обстановке свои награды получили дети, чьи работы заняли первые места в различных номинациях на международном этапе фестиваля в Москве. Всего на международный этап было направлено 82 работы. Это победители регионального этапа. Московское жюри удостоило призового места каждую из них. Юным дагестанцам удалось завоевать 57 первых мест, 11 вторых и 13 третьих. Победителем номинации «Мечты детства» стали ученицы Кимсиюртовской средней общеобразовательной школы Агасурова, Салтаева и Абдулазимова. Победителей поздравил и министр по делам молодежи Республики Дагестан Курбанов Заур. Он выразил свою радость по поводу того, что из года в год Дагестан удерживает лидирующие позиции по числу первых мест. В этот день свои награды получили не только участники фестиваля. Из рук министра за активную работу по воспитанию детей и подростков, большой личный вклад в развитие детского движения почетными знаками Международного союза детских общественных объединений, Союз пионерских организаций, был награжден методист Дома детского творчества Хасавюртовского района Марха Юсупова. В республике стартовал молодежный форум «Эффективный муниципалитет». Организаторами уже традиционно выступает Министерство по делам молодежи Республики Дагестан, а его участниками стали молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет из 4 территориальных округов республики. Важным элементом образовательной программы форума является подготовка проекта по тематическим направлениям, таким как «Эффективный муниципалитет», «Малый бизнес», «Эффективный АПК» и «Молодежная политика». Образовательный курс включает мастер-классы, факультативные площадки, бизнес-тренинги. Молодым людям предоставляется уникальная возможность испытать свой бизнес, идеи на прочность, а в рамках публичного обсуждения рисков и перспектив предпринимательских проектов. 18 ноября молодежь Хасавюртовского района приняла активное участие на форуме «Эффективный муниципалитет», который продолжил свою работу в Северном территориальном округе Республики Дагестан. Мероприятие открыл руководитель проектного офиса Министерства молодежи Республики Дагестан Магомед Хатипов. Цитата. «Мы очень долго и много учили молодежь писать проекты. На этом форуме мы хотим понять, чему вы научились. Сегодня молодежь является активным участником строительства новой республики». В течение часа участнику предстояло придумать идею, расписать ее, чтобы потом презентовать. Победители определялись открыто. Представители районов и городов сами голосовали за понравившиеся им проекты. Представитель Хасавюртовского района Адил Дженет, главный специалист отдела по делам молодежи Магомедов Сайпудин и Тутурбиев Рамазан, специалисты МКУ «Молодежный центр Хасавюртовский район» подготовили и представили свой проект «Бизнес-инкубатор. Молодой аграрий». Суть проекта – популяризации термина «сельхозработник». Форум «Эффективный муниципалитет» реализуется в рамках приоритетного проекта развития республики «Человеческий капитал». Проводится Министерством по делам молодежи республики уже второй год и проходит во всех территориальных округах республики. Итоги будут подведены в декабре на молодежно-стратегической сессии «За будущее Дагестана». Немного о спорте. В поселке Балиорт прошли соревнования первенства ДЮСШ имени Порсакова по футболу среди юношей 2000-2001 годов рождения. В финальном этапе состязания принимали участие 4 футбольные команды, занявшие первые и вторые места в полуфинальных группах. По итогам соревнований призовые места распределились следующим образом. Первое место заняли футболисты селения Первомайское, второе место Ичали, третье место поделили села Аксай и Баматер. В городе Владикавказ завершился открытый всероссийский турнир по вольной борьбе среди молодежи в памяти заслуженного тренера СССР Гусова. В соревнованиях от Хасавюртовского района приняли участие 4 спортсмена. По итогам первое место весовой категории 55 кг занял Садулаев Муслим, тренеры Батаев и Гиреев. Третье место занял Ферзалиев Рамазан в весовой категории 60 кг и селение Буматер. Информация предоставлена пресс-службой Хасавюртовского района, отделом спорта, физической культуры и молодежной политики.